than tonight. I thought we could talk about something different. Итак, я подумал, что сегодня вечером мы можем поговорить о чем-то другом. This is mostly a business seminar. Это большей части бизнес-семинар. But in my experience, if you don't have a good relationships, но по собственному опыту, если у вас нет хороших отношений, then it's going to hurt the business. Тогда это будет причинять вред бизнесу. And also, even if you make money, you won't be happy. И даже если вы зарабатываете достаточно денег, вы не будете счастливы. So we have to, I think it's good to talk a little bit about how can you use diamond cutter principles. И я думаю, хорошо будет поговорить о том, как использовать принципы алмазной мудрости in your own relationships. В своих собственных отношениях. And then over many years. И в течение многих лет. People ask me questions. Люди задавали мне вопросы about their relationships. О своих отношениях. Especially with their partner. Особенно об отношениях со своими партнерами. Could be husband or wife. С мужьями, с женами. Could be boyfriend, girlfriend. С парнями, с девушками. I get many questions about that. И я получаю множество вопросов об этом. And I thought we could talk about that. Я подумал, может, мы можем даже об этом поговорить. I think if I divide all the questions. Я думаю, что если разделить все вопросы. There are three kinds of questions. Будут три типа вопросов. First one. Первый. People ask me, how do I find my boyfriend or girlfriend? Люди спрашивают, как мне найти своего парня, свою девушку? I don't have a relationship now. У меня нет сейчас отношений. Most people say I used to have a relationship. И большинство людей говорят, у меня были отношения. Something went wrong. Что-то пошло не так. Now I'm looking to find a good, better relationship. И теперь я хочу найти отношения, которые бы были получше. Can you help me? How do I plant the seeds for a new relationship? Как же мне посеять семена новых отношений? That's the first kind. Это первый тип. Second kind, people ask me, how I have a good relationship, but I'm afraid I will lose the boy or I will lose the girl. Второй тип вопросов – это человек говорит, вот у меня есть отношения, но я боюсь, что потеряю своего партнера. I had this problem before. У меня была уже такая проблема. I had a good partner. У меня был хороший партнер. A good boyfriend, girlfriend. Хороший парень, хорошая девушка. Then I lost her. И тогда я потерял ее. And I think there is nothing more happy in the world. И я думаю, что нет ничего более радостного в мире, чем хорошее отношение. I believe that to have a good relationship is one of the greatest kinds of happiness in the world. И считаю, что иметь хорошее отношение – это одно из самых больших счастий в мире. Then if you lose that kind of present, если вы потеряете такого рода подарок, I think there's no more greater suffering in the world. И, наверное, нет большего страдания в мире. You have a nice partner. У вас есть хороший партнер. Then you lose them. И вы теряете его. I think down, can you put it down a little bit, Scott? We are talking relationship should be a little bit romantic. Мы говорим сейчас об отношениях, пусть будет чуть-чуть более романтично. Then I think there's no greater suffering. И нет большего страдания. Than to lose your partner. Чем потерять своего партнера. Makes many people sad. И это многих людей делает очень грустными. Great pain. И большая боль приходит к этим людям. So the second division. И второе. Разделение, второе отделение вопросов. After we find them. После того, когда мы найдем этого партнера. How do we keep them? Как же сохранить его? Then I was talking to a lady recently. Я говорила недавно с женщиной. I cannot tell you what country, because if I mention the country, all of these things are on the internet now, and she will find out.
И я вам не могу сказать, в какой стране, потому что сейчас все выносится в интернет, и она точно об этом узнает, что я рассказала. Anyway, she was married for, I think, 35 years, 40 years. В любом случае, она была замужем около 35-40 лет. And then she used to tell me she was having some trouble with her husband. Она мне рассказала, что у нее были какие-то проблемы с ее мужем. Then one day she told me, oh, Krishna, my husband is sick. И в один день она мне сказала, что мой муж болен. И она попросила меня помолиться за своего мужа. Then, later I saw her. И позже я ее увидел. She looked really happy. Она выглядела очень счастливой. She looked 10 years younger. Она выглядела на 10 лет моложе. All of the wrinkles are gone. Исчезли все морщины. She's a complete smile. И у нее была огромная улыбка. Then I asked her, is your husband okay? И я спросил ее, ваш муж в порядке? And she said, he died. Then I felt very bad. А третье задание, вы должны быть с этим человеком счастливы. Sometimes people find a partner, but then they lose them. Иногда люди находят партнера, а потом теряют его. Sometimes people find a partner and they keep the partner, but they don't want the partner. Иногда люди находят партнера, они его удерживают при себе, но они его не очень-то хотят видеть рядом. Because they're not happy. Потому что они несчастливы. So I think we have to talk about three kinds of seeds. Мы должны поговорить о трех типах семян сейчас. Number one. Первый тип. How do you find a partner? Как найти партнера? Number two. Номер два. If you already have a partner. Если у вас уже есть партнер. How do you keep them? Как сделать так, чтобы он был рядом? Then the third question. И третий вопрос. If you keep them. Если он будет рядом. How to be happy with them? Как быть с ним счастливым? I think it's three different seeds. Я полагаю, что это три разных семьи. So we'll talk about them tonight. Мы поговорим о них сегодня. And, if you have questions, I will answer questions. Если у вас есть вопросы, я буду отвечать на вопросы. I don't think a lot of monks know how to tell the future.
Я предполагаю, что немного монахов знают, как говорить о будущем. But it's a good income for all of us. Но это очень хорошая статья дохода. So the people come to them and they say, please tell the future for me. И когда люди приходят к ним и говорят, пожалуйста, скажите мне о моем будущем. Please do more. Пожалуйста, сделайте мо. Мо means I have to take some dice. И мо значит, что мне следует взять кости. And I have to throw the dice. И вот бросить кости. Then I have to look at the numbers. И посмотреть на цифры. Then I can tell her what's going to happen. И я бы мог ей сказать, что будет, что произойдет. If you are very serious, they call mo gyapken means mo do. Person who does mo. И человеку, который делает мо, называют мо гяпкен. If you are a good one. Если вы хороший. You should have a cup to throw the dice. У вас должна быть особая чашка, в которой вы будете перемешивать кости. That chashka should be a skull. И этой чашкой должен быть череп. Human skull. Человеческий череп. The top half. Верхняя часть черепа. I don't like it. Мне это не нравится. But you're supposed to use a skull. Но вам следует иметь череп. Then if you're very serious, mo-gyapken. Если вы серьезный mo-gyapken. Then you need the dice cannot be plastic. They should be a knuckle of a sheep. Sheep's knuckle. Тогда у вас должны быть не просто кости, а это должны быть косточки из овечьей косточки из пальцев. Then, so I got all those things. И у меня вот это все есть. Because I used to live with comics. Потому что я жил с калмыками. They love to do that. Они обожают это so, делать. I said, okay, I will do more. Я сказал, хорошо, я буду делать more. More should be a decision. Мод должно быть каким-то решением. Somebody has trouble to make a decision. Если у человека есть проблемы с тем, чтобы принять решение, and I said, what is the decision? Я ее спросил, а в чем заключается решение? She said, I want to know where to look for the boy. Она сказала, я хочу знать, где же искать этого парня. You make a mod where I will find the boy. Сделайте мод на то, где я найду этого парня. I said, okay, do you have some choices? Я сказал, ладно, какой выбор? She said, maybe I will meet him in a nightclub. Она сказала, может быть, я его встречу в ночном клубе. Dance club. На танцполе. Maybe I will meet him on the internet. Возможно, я его встречу в интернете. So I need to know which one. Я должна знать, вот где точно, или там, или там. So if you do a ball, you have to get very serious. И когда вы делаете мо, вы должны быть очень серьезными. You have to put on extra ropes. Вы достаете особые одежды, дополнительно заматываетесь. You should cross your legs. Вы должны скрестить ваши ноги. Something great. Что-то такое вот. It helps if you put your eyes up. И очень помогает, если вы поднимете глаза вот так. Then you take the mo. И берете это мо. You have to make a sound, a good sound. И вам нужно сделать правильный, хороший звук. Then you have to throw on the table. Потом бросаете кости на стол. Then you look at the dice. И вы смотрите на and кости. You have to have a little bit of drama. И вы должны внести в это немного драмы, эмоций. Then you have to make little noises. Некоторые звуки делаете. Oh. Then people always ask, what? Люди вот так вот смотрят, ну что там, что? Where am I going to meet him? Она говорит, ну где же я его встречу? Then she said, nightclub? Она говорит, в ночном клубе? No, not like that. Не в ночном клубе. She said, oh, that's very good. Она говорит, о, как хорошо. I said, why? Я спрашиваю, почему? She said, the boy who goes to the nightclub is the kind of boy who goes to the nightclub. И она говорит, вот парни, которые ходят в ночные клубы, это, собственно, парни, которые ходят по ночным клубам. It means he will go looking for other girls. Значит, что он все равно будет ходить и искать девушек.
oh, but he's on the internet. Она сказала, хорошо, вот он есть в интернете. No, not internet. Не в интернете. But she said, good. Она сказала, и это хорошо. I said, why? Я спросил, почему? The boy that you find on the internet, he will love Facebook more than you. И она ответила, вот парень, который сидит в интернете, он Facebook будет больше любить, чем свою девушку. She said, but where am I going to find him? И спросила, где же я его найду? I look at him, guys. И я посмотрел на кости. I said, nursing home. И сказал, в доме престарелых. She does a strange thing with her hand. You can see a little bit there. Вы же можете увидеть такую странную вещь, вот на фотографии видно, она так голову наклоняет. She goes like that. Она вот так наклонила голову. Гешла, you don't understand. Гешла, вы не понимаете, нет? And I said, what? I don't understand why. Я спросил, почему же я не понимаю? He says, Гешла, I want a young boy. Она сказала, я хочу молодого парня. I said, no, you don't understand. И я сказала, нет, это ты не понимаешь. Почему тебе нужен парень? Почему тебе нужны отношения? Мы об этом говорили в Киеве. Она приходит домой. She has a good job. У нее хорошая работа. She likes her work. Она любит свою работу. She even likes to stay a little bit late. Ей даже нравится немного задерживаться, потому что работа так вдохновляет. И она хорошо успевает в ней. И когда работа заканчивается, ей все равно приходится прийти домой. Она приходит в свою дорогую квартиру, открывает дверь, и никого там нет. И она заходит тихо. Пусто. Nothing to do, make some food. И больше нечего делать, кроме как приготовить себе еду. And she makes food for, you know, even food for one person or food for three people is the same. И она готовит. Вы знаете, что это одно и то же время. Приготовить для одного человека или на троих. It takes like 45 minutes. Занимает минут 45. And she cooks for 45 minutes. И она готовит в течение 45 минут. She said, I cook for 45 minutes, then I sit down. Она говорит, я вот готовлю 45 минут, потом сажусь. I eat the food. Ем эту еду. Eating takes 5 minutes. А еда занимает у меня всего 5 минут. Then 30 minutes I have to clean. А потом 30 минут я убираю. All that. You know, if you cook even for one person, you have to clean all the pots. Вы знаете, если вы готовите даже для одного человека, все нужно помыть потом. Then she said, I'm lonely. Она говорит, я одинока. It feels bad to eat by myself. Это так неприятно есть в одиночестве. There's nobody to talk to. Больше не с кем поговорить. There's nobody to complain about my boss. Некому пожаловаться на своего шефа. There's nobody to tell, today I got a raise. И некому сказать, что я сегодня получила raise, повышение. There's not good things. To tell and bad things to tell. I don't have anybody to tell anything. Мне вообще никому нечего рассказать. Ни о хорошем, ни о плохом. So I said, what you want from the boys, you want companionship. И я сказал, то, что ты хочешь от парня, ты хочешь, чтобы тебе составили компанию. You want somebody to be with you in your life. Ты хочешь, чтобы рядом был кто-то в твоей жизни. You want to share your life with somebody. Ты хочешь поделиться своей жизнью с кем-то? She said, that's right. Она говорит, это правильно. Then I said, you know our system. She studied with me for many years. И я сказал, ты же знаешь нашу систему. Она обучалась со мной в течение многих лет. I said, how do you get what you want? Я спросил, как ты получаешь то, что ты хочешь? She said, I have to plant a seed. Она говорит, мне нужно посеять семя. Then I said, what kind of seed? If you want a watermelon, can you plant a banana seed? Я спросила, какого же вида семя? Если ты хочешь получить арбуз, ты садишь банан, так ли? She said, no, must be the same. Она говорит, нет, должно быть то же самое. So I said, what kind of seed you have to plant for companionship?
И я спросил, какого рода семя тебе нужно посадить для того, чтобы у тебя появилась такая дружба. I have to give companionship to somebody else. И она говорит, вот мне следует уделить свою, предоставить свою компанию для кого-то другого. So I said, there you are, you have to go to the restaurant. И я говорю, ну вот, в этом-то и дело, поэтому иди в дом престарелых. I go to the nursing home a lot. Она говорит, я хожу часто в дом престарелых. Я сказала. I go to the nursing home a lot. Я хожу часто в дом престарелых. And, they are very lonely. И они очень одиноки, эти люди. I don't know in Ukraine or Russia, I don't know what is the system. И я не знаю, какая система в Украине или в России. I think you would take care of your parents. Мне кажется, что вы сами заботитесь о своих родителях. But in America, they just, they take them, when the parents are old, they take them to the folks home. В Америке родители просто отправляют в дом престарелых. They give the money to the old folks home. Дети платят деньги за то, чтобы за ними ухаживали. Then they go home. И просто возвращаются домой. Maybe they will go there once every month or 2 months. Возможно, они будут посещать своих родителей раз в месяц или два. Then the parents are sitting in the nursing home. И родители сидят вот так вот в доме престарелых. They are alone. Одиноко. And there are 200 other old people there alone. И там еще 200 человек одиноких. Then the smell is terrible. И запах там ужасный. People can, old people cannot hold their pee. И старые люди не могут сдерживать мочеиспускание. So everybody is peeing. И все писают. And the smell, the whole house, all of them smell the same. They smell like peeing. И весь дом воняет вот так. Они все там пахнут неприятно. Then the food is really bad. И еда там плохая. And the workers, they sometimes they hit them, sometimes they steal their own things. Nobody can stop them. И работники, которые там работают, они иногда бьют этих людей, они иногда крадут у них, и никто это не может остановить. In America, the pay is very bad for the workers. И в Америке в домах престарелых очень плохо платят. Because the job is very dirty. Потому что это такая грязная работа. You have to clean the pee-pee. Вам нужно убирать все, все это, всю мочу. Вам нужно переворачивать этих людей на кровати, если это лежачие больные. So nobody wants to go there. И никто не хочет туда идти работать. Then they put them in a chair like this. И они высаживают людей на такого рода стулья. Sometimes they put them outside to get some sunlight. Иногда они их выводят наружу для того, чтобы на них посветило солнце. Then if I go to visit them, и когда я иду к ним навестить их, they are like this. Они вот так вот делают. They just want to touch somebody. Они просто хотят прикоснуться к кому-то. Nobody hugs them. Никто их не обнимает. Nobody gives them love. Никто им не дает любовь. Then I said to Jessica. И я сказал Джессике. So you have to go there. Тебе следует туда поехать. You choose one old woman. Выбери одну старую женщину. They are easy. Easy to find. Их очень легко найти. There are thousands and thousands. Их тысячи и тысячи. Nobody wants to talk to them. С ними даже разговаривать никто не хочет. Nobody wants to meet them. Никто с ними не хочет встречаться. When they talk, they, even their mouth smells bad because the teeth are falling off. Когда они разговаривают, даже их запах изо рта неприятен, потому что у них уже зубы выпадают. And they are always talking old talk, over and over, same talk. И они все время говорят об одном и том же. We're back in the Second World War. Во время Второй мировой. In Kiev. В Киеве. It was so difficult. Было так тяжело. And, but I had a young soldier, he was my boyfriend. У меня был молодой солдат, парень мой. He was very handsome. Он был такой красивый. I was very beautiful. И я была такой красивой. And, you listen to them. И вы слушаете это. Then you go back after 1 month. И через месяц вы возвращаетесь. Hello, grandmother. Привет, бабушка. What would you like to talk about? О чем мы поговорили? Oh, in Kiev, during World War II, I fell in love with a young soldier. He was so handsome. В Киеве во время Второй мировой я влюбилась.
will tell you the same story 100 times. Она расскажет вам ту же историю еще 100 раз. Geshe Michael only tell you 3 times. Geshe Michael рассказывает 3 раза. So, they are lonely. Итак, они одиноки. They want someone to talk to them. И нужно, чтобы был кто-то, с кем они могли поговорить. So go there. Пойдите туда. Visit them. Посетите этих людей. They have bad memory. У них плохая память. They can't remember what time, what day you came before. Они не помнят, когда мы последний раз их навещали. So you don't have to go very often. Поэтому вам не нужно очень часто туда ходить. If you go on Friday. Если вы пойдете в пятницу. Then you can go next Friday. Тогда вы можете пойти в следующую пятницу. If they ask you when was the last time you came, you can say it was Thursday. They don't remember. Если они вас спросят о том, когда вы последний раз были, вы можете сказать в четверг, они будут согласны, потому что они не будут помнить. Then I told her, do that. Я ей сказал, ну сделай это. That will plant the seed for workers. Это посадит семя для парня. Because you are giving companionship because you want them to work. Ты будешь давать дружбу, потому что она тебе самой нужна. And she is a very strange girl. И она очень странная девушка. Because. Потому что. What I tell her to do. То, что я ей говорю сделать. She always does it. Она всегда не делает. Most people I give these talks for 3 days, then they go home. They don't do anything. They just do what they did before. Она всегда делает, потому что я, когда обычно рассказываю такие вещи. 3 дня я вот говорю, люди возвращаются домой и никогда не делают. She did it. А она это сделала. She went and she found the old woman. Она пошла, нашла старую женщину. In a, she's looking, Кришла, when will the boy come? И она начала спрашивать, Кришла, когда же он придет, мой парень? And I said, if you want faster, you have to use those 4 steps. You do it today. И я ей сказала, вот если ты хочешь, чтобы это было быстрее, используй все 4 шага, те, которые я вам сегодня рассказала. She did that first. И она сделала все 4 шага. Then she said she told me she went to Los Angeles. И она мне рассказала, что она поехала в Лос-Анджелес. She went to yoga class. Пошла на занятие йогой. She said when she woke up, she thought maybe today the boy will come. И она сказала, что когда она утром проснулась, она подумала, что может быть сегодня она встретится с этим парнем. Then she went to the yoga class. И потом она пошла на это занятие йогой. Carefully, she's not obviously, she's like checking all the boys in the yoga class. Аккуратненько она проверила всех парней в этом классе на этом занятии. She thought, not here. И подумала, нет, его здесь нет. They closed the door. И они закрыли дверь. They start the yoga class. Начали занятия. Then one boy came late. А один парень опоздал. He opened the door. Он открывает дверь. Then she looked. И она посмотрела. Then he also looked at her. И он тоже посмотрел на нее. Then she said, first looking, they, oh, that's my boyfriend. И она сказала, что с первого взгляда я поняла, что это мой парень. Then they became boyfriend and girlfriend. И они стали вместе быть. Then they called me. И они позвонили мне. After 3 weeks. Через 3 недели. They said we decided to get married. И сказали, что мы собрались пожениться. And I went there. I did the, because I'm a monk, I did the ceremony. И так как я монах, я для них провел церемонию. In New York. В Нью-Йорке. And that's her story. И вот ее история. That's how you find a boy. И таким образом вы можете найти себе парня. You don't find. Вы не находите его. You create. Вы создаете его. You plant the seed. Вы сажаете семя. And he will come. И он придет. If you plant the seed. Если вы сажаете семя. Correctly. Правильно. With the 4 steps. С помощью 4 шагов. You can't stop. Вы не сможете это остановить. He will come. Он придет. Even if you hide in the closet in your house. Даже если вы будете прятаться в своем доме, в своем туалете. He will knock on the closet. He will come. Однажды он постучится в дверь и зайдет в него. You can't stop it. Вы его не остановите. Just plant the seed. Просто посадите семя. Understand one thing.
Поймите одну вещь. It doesn't matter if she goes to the nightclub or if she goes to the internet. Неважно, она будет ходить в ночной клуб или сидеть в интернете. It's a bad question. What she asked me to do more is a bad question. То, что она меня попросила сделать more, это плохой вопрос. Will I find him in the internet? Will I find him in the dance club? Where should I look for him? Найду я его в танцевальном клубе или в интернете? Где? Bad question. Это плохой вопрос. Just plant the seed. Просто нужно посадить семя. He will come. И он придет. If you go to dance club, he will be there. Если ты пойдешь на танцпол, он будет там. If you go to the internet, he will be there. А если ты посмотришь в интернете, он будет там. It always works. Это всегда работает. I have one lady. She came to me. She said, "Geshla, I need a book." Была еще одна женщина. Она пришла ко мне и сказала: "Geshla, мне нужно book." I said, "What kind of decision you have to make?" Я спросила: "Какого рода решение вам нужно принять?" She said, "Today I'm going to Sephora." И она сказала, что сегодня я собираюсь в Sephora. Sephora is a makeup company in New York and Paris. И Sephora — это компания, которая производит мейкап для женщин. If you are a husband, если вы муж, I'm telling you, я вам говорю, don't take your wife there. Не везите туда свою жену. If you go inside, если вы входите вовнутрь, you cannot come outside without spending $300 or $400. Вы не можете выйти оттуда, не потратив $300 or $400. Everything is unbelievable. Все невероятно дорого. I'm just advice for the men. Это просто совет мужьям. So, she said, today I'm going to Sephora. Она сказала, вот сегодня я собираюсь в Sephora. I need more. Мне нужно more. I said, what kind of more? What's the decision? А какое решение тебе нужно принять? I want to know, should I buy a red lipstick or should I buy pink lipstick? Мне нужно принять решение, какую помаду покупать, красную или розовую. Ты сказал, что это вообще за вопрос монаху? Она говорит, нет, Geshla, это серьезный вопрос. Какого цвета помада поможет мне привести парня в мою жизнь? Если кто-то задает вам такие вопросы, you have to tell them about the seeds, okay? Вам следует рассказать этому человеку о семенах. If somebody comes to you with a question, should I do this or should I do this? Если человек к вам приходит и говорит, а следует мне сделать то или это? Should I invest my money in the stocks or should I invest my money in the property? Следует мне вложить деньги в акции либо в недвижимость? I got a cancer. Should I have radiation or should I do a natural remedy? У меня, вот, например, рак. Следует мне сделать облучение или полечиться естественными методами? I want to find a boy. Should I use a red lipstick or pink lipstick? Я хочу найти парня. Мне пользоваться красной помадой или розовой? All these questions are bad questions. Эти все вопросы плохие. All decisions are bad decisions. И все решения — это плохие решения. Lipstick doesn't bring the boy. Помада не помогает принести в жизнь парня. Radiation doesn't cure the cancer. Облучение радиации не исцеляет рак. Property doesn't make you wealthy. Имущество не делает вас богатыми. It's the wrong question. Это неправильный вопрос. Just plant the seed. Просто посадите семя. Just plant the seed. Посадите семя. I told her, you need to find the old woman. Я ей сказал, тебе нужно найти старую женщину. You know, some people in my city, Phoenix, they are drug dealers. И вы знаете, некоторые люди в моем городе, в Фениксе, они занимаются продажей наркотиков. If you want drugs, you have to go to them. Если вы хотите наркотики, войдите к ним. I'm old woman dealer. Я вот продаю старых женщин. People come to me, I need old woman. Люди приходят ко мне, мне нужна старая женщина. I have one for you. Я говорю, у меня для тебя есть она. Then I told her, I have old woman for you. И я ей сказал, вот для тебя у меня есть она. You take care of her. Заботься о ней. It doesn't mean you have to go stay with her all the time. Это не значит, что тебе следует пойти к ней и все время с ней оставаться. Visit her. Приходи к ней, навещай ее. Once a week.
Одна раз в неделю. Once every 2 weeks. Один раз в две недели. It's enough. Достаточно. It will plant the seed. Это посадит семя. First visit her. Сначала посети ее. Plant the seed. Посади семя. Then go to Sephora. Потом иди в Sephora. Close your eyes. Закрой глаза. Pick anyone. Выбери любую. It will work. И она сработает. Because the reason it works is not the color. Потому что причина, по которой будет это работать, это не цвет помады. If there's a seed, если есть семя, all the boys will love the color. Всем парням понравится это, любой цвет. If there's no seed, если нет семени, nobody will like color. Никому не понравится цвет. Color is the same. Цвет тот же. Right? Everybody sees different things. Каждый видит что-то другое. You need to plant seed. Вам следует посадить семя. Okay, so I told you how to find a boyfriend, okay? Итак, я вам рассказал, как найти парня. Then after I gave this talk in many countries, people raised their hands. И обычно после того, как я делаю такой рассказ в разных странах, люди поднимают руку. Geshe-la, I don't need a boyfriend. И они говорят, Geshe-la, мне не нужен парень. I'm already married. Я уже замужем. I just need to fix my husband's room. Мне нужно немножко подправить своего мужа. 75% he's perfect. 75% он просто идеален. 25% needs some improvement. А 25% нужно улучшить. I need to upgrade from economy. Мне нужно некоторое улучшение моего мужа с точки зрения экономики. I said, you can do. Я сказал, да, это можно сделать. I said, what is the problem with it? What is the 25% you don't like? И я спросил, а что это за 25%, которые не нравятся? A lot of people told me, my husband complains to me. И многие люди говорят о том, что муж жалуется на меня. When I come home. Когда я прихожу домой. They say, it doesn't matter what I do. Не важно, что бы я делала. He's always complaining. Он все время жалуется. If I cook one food or if I cook the other food, it doesn't matter, he will complain. Приготовлю я одну еду или другую, он все равно будет недоволен. Then I ask them, what do you think is the seed? И я спрашивала их, а что вы думаете, какие это семена? For complaining. Вот этого то, что они жалуются на вас. If you want your husband to complain. Если вы хотите, чтобы ваш муж на вас жаловался. What seed do you have to plant? Какое семя нужно посадить? If you want money. Если вы хотите денег. You have to give money. Вы должны дать денег. If you want companionship. Если вы хотите дружбу. You must give companionship. Вы должны предложить дружбу. If you want a pen. Если вы хотите ручку. You must give a pen. Вы должны дать ручку. If you want complaining, и если хотите, чтобы на вас жаловались, you must give complaining. Вы должны жаловаться на кого-то. So it doesn't have to be to your husband. Это не должно быть проблемой в вашем муже. If you want more complaining from your husband, если вы хотите, чтобы ваш муж больше на вас жаловался, you can complain to somebody at your office. Можете повозмущаться кому-то в своем офисе. In your business. В своем бизнесе. The seed is very, what do you call it? It goes in a big circle. И это семя, оно идет по большому кругу. You complain to your boss at your job. Вы пожалуетесь своему боссу на работе. You make a seed. Вы делаете семя. That seed will go through your husband back to you. А оно вернется вам через вашего мужа. Then your husband will complain to you. И потом ваш муж будет жаловаться вам. If you don't want your husband to complain, what you should do? А если вы не хотите, чтобы ваш муж жаловался, что вам следует делать? You tell me. Скажите. If you don't want money, stop giving money. Если вы не хотите денег, остановитесь, перестаньте давать деньги. If you don't want complaining, what do you have to do? Stop complaining. Если вы не хотите жаловаться, you have to stop complaining. Вы должны сами перестать жаловаться. Is the complaining you are doing equal to
сына complaining what your husband is doing to you? Равняется ли та степень, которую вы жалуетесь кому-то, той степени, которой жалуется ваш муж на вас? Yeah, it's 10 times more. В 10 раз больше вы получаете от мужа. You complain for 10 minutes. Вы жалуетесь в течение 10 минут. Your husband will complain for 1.5 hours. А ваш муж будет в течение полутора часов это делать. It's the same as money. Все то же самое, что и с деньгами. Bad seed and good seed is the same. Плохое семя и хорошее семя одинаковое. Okay, it's easy. Это все просто. So we finished how to find a boy. Итак, мы закончили с тем, как найти парня. How's the time? Что у нас в времени? Break 15. Okay. So let's talk about second question. И давайте поговорим о втором вопросе. How to keep the boy? Как же сохранить отношения с ним? So Jessica got married. И вот Джессика вышла замуж. The boy's name is Stefan. Имя парня Стефан. He's very famous in the television industry in Los Angeles. Он очень известен на телевидении в Лос-Анджелесе. He helped create the show. What's it called? There's some boy and then 10 girls are trying to get the boy. Bachelor. He helped to create that show. Он придумал такое шоу. Есть парень и 10 девушек хотят встречаться с ним, и он должен выбрать. Then she's very happy. И она так счастлива с ним. And they are both happy. Они вместе счастливы. I saw them recently. Я недавно их видел. They are happy. Они счастливы. Then after 1 or 2 months. Через месяц или два после свадьбы. After the marriage. После их свадьбы. Then I asked her a question. Я задал ей вопрос. Said, what happened to the old lady? Я спросил ее, а что же произошло там с этой старой женщиной? And she said, I don't need the old lady, I got the boy. Она сказала, зачем мне эта старая женщина? У меня есть парень. I said, you don't understand the scene. Я ей сказала, нет, ты не понимаешь сына. We talked about it. Мы разговаривали об этом. When you have a seed for arbuz, если у вас есть семя арбуза, you plant the seed. Вы садите его. Then arbuz will grow, like 5 arbuz will grow. И вырастет вам 5 арбузов. When the arbuz grows, what happens to the seed? И когда арбуз вырастает, что происходит с семенем? It's dead. Оно умирает. All the power of the seed came into the arbuz. Вся сила семени переходит в арбузы. The growing of the arbuz kills the seed of the arbuz. Рост арбуза уничтожает семя арбуза. You meeting your husband for the first time, or you meeting your boyfriend for the first time? Вы встречаете своего мужа первый раз или парня впервые? That killed the seed for me. Это уничтожило семя встречи. You are making many seeds by accident. Вы создаете множество семян случайно. You don't know what you're doing. Вы не знаете, что вы делаете. You help some old woman a little bit. Вы помогаете какой-то старой женщине немного. It puts a seed in you. Это создает семя. You go to McDonald's. Вы идете в Макдональдс. You meet some boy. Встречаете какого-то парня. Later you get married. Позже вы женитесь. There's no accident. Нет никакой случайности. Accident is impossible. Случайности невозможны. Everything has a cause. Все имеет причину. The person you met to find your job. И человека, которого вы встретили, который дал вам работу. That's also coming from a seed. Это также исходит из семьи. You didn't meet anybody by accident in your whole life. Во всей своей жизни вы никого не встречаете случайно. There's a reason why you meet everybody. Есть причина, по которой вы встречаетесь с каждым человеком. So I told her that you met Stefan. Вот я и сказала, ты встретила Стефана. You looked at him in your yoga studio. Ты посмотрела на него в его студии. He went. What did he do? Он что он делал? What did she do? Он тоже так. А что она делала? When you did the first O and O. Когда вы впервые сделали два O. И O. О и О. Then you saw for the first time. Тогда вы увидели впервые. That killed the seed.
И это уничтожило семя. Тогда семя начало умирать. Что происходит? After 1 month you have little small argument about some dinner. Через месяц у вас будет какой-то маленький конфликт по поводу ужина. After 3 months you are having many arguments about dinner. А через несколько месяцев у вас уже много стычек по поводу ужина. After 6 months the argument went from the kitchen to the уборной. И через 6 месяцев ваша беседа переходит от кухни к уборке. Why you don't put the seatbelt? Почему ты не опустил крышку? I'm a boy, we have to put the seatbelt. Я мужчина, я должен поднимать крышку. I'm a woman, I need the seatbelt. А я женщина, мне надо, чтобы она была опущена. Many married people argue about this. Многие женатые люди ссорятся по этой причине. After 6 months you are arguing about stupid small things, toilet seat. И через 6 месяцев вы ссоритесь уже по поводу глупости, по поводу крышки унитаза. After 1 year you are fighting about everything. А через год вы уже ссоритесь по поводу всего. Within 5 years you will have divorce. И через 5 лет вы уже не можете разводитесь. After that, if somebody asks you, who do you hate most in the world? А после этого кто-то вас спрашивает, кого вы ненавидите больше всего? My ex-wife. Свою бывшую жену. You know that. Вы это знаете. It happens everybody. Это происходит с каждым, в большинстве, у большинства людей. Why? Почему? Or people, they stay together. Или люди, они остаются вместе. And all the love is gone. Но вся любовь ушла. All the excitement is finished. Все это радостное возбуждение ушло. You heard all of their jokes 20 times. Вы уже слышали все эти приколы по 20 раз. You said, what do you want to do tonight? И вы спрашиваете, ну что мы будем делать вечером? Watch television. Я не знаю, посмотрим телевизор. I think it's better to have divorce than to have long marriage, which is boring. Мне кажется, лучше развестись, чем жить в долгом браке, в скучном браке. No excitement. Нет никакой радости. It's not your fault. И это не ваша вина. It's nature. Это природа такова. It's natural. Это естественно. When you meet the boy, когда вы встречаете парня, the first O. Первое O. It begins to kill the seed. Оно начинает убивать это семя. It's like a tree. Это что-то вроде дерева. It's like arbuz. Это как арбуз. It's the same. Это то же самое. It will get old. Это будет, yeah. Оно становится старым. The relationship must degenerate. It must go down. Сами отношения, они должны дегенерировать, они должны уйти вниз с пиком. So I told her all this thing. И я ей рассказала обо всех этих вещах. She said, oh, Geshla, I don't want that. Well, how do I stop that? Она говорит, oh, Geshla, мне этого не хочется. Как мне это остановить? She said, you have to plant this. Я ей сказала, что тебе стоит посеять новые семена. Every week. Каждую неделю. Every month. Каждый месяц. You need new seeds. Тебе нужны новые семена. If you don't plant new seeds, then you will start to fight. Если ты не будешь сеять новые семена, вы начнете ссориться. Or you will start to get bored. Или тебе будет скучно. She said, how do I plant new seeds? Она говорит, а как же мне посадить новые семена? I said, you and the boy, Stefan. Я сказал, ты и твой парень Стефан. Go visit the old lady together. Идите и посещайте эту старую женщину вместе. Go together to visit the old lady. Идите вместе и посещайте ее. It plants new seed. Это создаст новые семена. Then your relationship won't get old. И тогда ваши отношения не будут становиться старыми. Relationship will stay fresh. И отношения будут всегда свежими. And exciting. И будут будоражить. I have relationships like that. У меня есть отношения вроде этого. One of them is more than 40 years. И они такие отношения длятся уже более 40 лет. Every year, каждый год, I feel closer. Я чувствую себя еще ближе к этому человеку. With my business partners. Это мой партнер по бизнесу. Every year, каждый год, we are more happy together. Мы вместе еще более счастливы. And my family. И моя семья. My brothers. Мои братья. And all of my relationships. И все мои отношения. They get better every year. Они с каждым годом становятся лучше. More exciting. Больше меня радуют. More interesting. Более интересные. So you
You have to plant the seed to find them. И вам следует просто садить семена, чтобы найти такие отношения. And to stay happy with them, you have to keep planting the seed. А чтобы оставаться счастливыми в этих отношениях, вам следует продолжать сеять семена. You can't stop. Вы не можете остановиться. Then I have some stupid people come to me. И есть такие глупые люди, которые ко мне подходят. They say, "Oh, Geshla, I'm married." И они говорят: "О, Geshla, я вот женат." For 10 years or 15 years. В течение 10-15 лет. Then I met a new boy. Я замужем. Я встретила нового парня. That's the one I really love. А это именно тот, которого я действительно люблю. What should I do? Что мне делать? Then I said, "Is the new boy married?" И я спрашивала: а вот этот новый парень, он женат? Yeah, he's married already. Да, он уже женат. But we love each other. Но мы любим друг друга. We decided we found the real partner of our life. И мы решили, что мы нашли настоящих партнеров для своей жизни. So I asked them, "What are you going to do?" И я спросила: что вы собираетесь делать? We will have an affair. У нас будет афера. And later he will leave his family. Мы побудем вместе, а потом он уйдет из своей семьи. In the Hollywood movie, в голливудских фильмах, they say, "We will live happily ever after." Мы будем жить счастливо до конца дней своих. It's a very often that you see in the movie. Это очень часто вы видите в фильмах. The woman finds a new husband. Женщина находит нового мужа. Then at the end of the movie, they have a big wedding. И в конце фильма у них такая большая свадьба. Then they stop the movie. И фильм заканчивается. They don't show you after 5 years. Вам не показывают, что происходит через 5 лет. The seed. Семя. Of taking another person. Того, что вы взяли другого человека. From their relationship. Из его отношений. What do you think it's? What is it going to make for you? Что вы думаете, что это семя сделает для вас? The boy will leave you. Этот парень уйдет. The boy will cheat on you. Этот парень будет вам изменять. Then he will leave. И тогда он уйдет. Why? Почему? You planted this thing. Потому что вы сами посеяли это семя. Don't be stupid. Не будьте глупыми. You're going to make a seed for the. You're going to steal somebody's boy, and then he's going to meet you in 1 year or 2 years. It's definite. Вы украдете у кого-то парня, вы посеете это семя, естественно, он уйдет через вас, через несколько лет от вас. How many boys will leave you if you leave your husband? Сколько же парней от вас должно уйти по причине того, что вы ушли от своего мужа? 10. 10. 10. You won't be able to find anyone who will stay with you. Вы не найдете никого, кто с вами останется. It's stupid. Это глупо. Okay, so don't think about it, okay? Даже не думайте об этом. You can fix your husband. Вы можете исправить своего мужа. If it's not, if you can't do it. Если вы не можете это сделать. If you both agree, you're not happy. Если вы оба согласны, что вы несчастны вместе. Then it's okay to split. Тогда это в порядке, разойтись. That's, if both agree, that's okay. Если оба согласны с тем, что вы несчастны. But don't plant a bad seed. Но не садите плохих семян. Don't do some secret thing with some other person. Не делайте ничего секретного, тайного с другим человеком. Because that person will do it to you. Потому что этот человек сделает это же по отношению к вам. And 9 more after that. И еще 9 человек после него. Then people ask my lama many questions. И люди тогда задают моему ламе множество вопросов. I'm not married to my boyfriend. We are just boyfriend and girlfriend. Я вот не замужем за своим парнем, и мы всего лишь встречаемся. Is it okay I can date another boy? Это в порядке, если я буду встречаться с еще одним парнем? That depends on your agreement with your boyfriend. Это зависит от вашего договора с вашим парнем, вашей договоренности. If he dates another girl, is that okay? Если он будет встречаться с другой девушкой, это в порядке? If you agree like that, then it's okay. Если вы соглашаетесь таким образом, тогда ладно. If you made a commitment. Но если вы сделали обещание, I promise I will stay with you. Пообещали, что я останусь с тобой, then you have to keep the commitment.
Тогда вам нужно сдерживать свои обещания. So don't make a commitment easily. Не делайте легких обещаний. And then don't break a commitment. И не нарушайте свои обещания. If it's mutual. Если это взаимно. If you both get up on the same day and say, you know, we are not happy, let's divorce. Если вы оба встаете в один прекрасный день и говорите друг другу, что мы несчастливы, давай разведемся. Openly. Открыто. By agreement. В согласии. Maybe it's the last thing you agree about. Возможно, это самая последняя вещь, по поводу которой вы будете в согласии. That's okay. Это в порядке. And it's okay to, if someone is split. И также в порядке то, что если кто-то расходится, and if both of them agree to split. И если оба согласны расходиться, then there's no bad seed if you marry them or if you get them. That's not a bad seed. Тогда не будет никакого плохого семени заложено, если вы выйдете замуж или женитесь на человеке, который находится в таком разводе. Но вы не можете врать. Вы не можете обманывать человека. Потому что другие люди станут вас обманывать. И вот все. Мы покрыли все три вещи. Как найти его? Как сохранить отношения? How to stay happy with them. Как оставаться счастливыми с ним? What I think we will do. Что мы сейчас сделаем, я думаю? Let's take some refreshment. Давайте освежимся. This talking. Это говорение. Maybe I think it made many questions in your mind. Эти разговоры, возможно, создали множество вопросов в вашем уме. So after refreshment. После нашей паузы. If you have question about money farming. Если у вас есть вопросы по поводу выращивания денег, or if you have question about boyfriend farming, если у вас есть вопросы по поводу выращивания парней, we can talk about it. Мы можем об этом поговорить. So have a break.